Здравствуйте, мои дорогие. Пришла мне посылка из интернет-магазина «Василюк». Ну, все пришло такое сильно мятое, что я повесила на вешалке. Оно отвиселось, потому что сейчас праздничные дни были, просмотров совсем нет. Думаю, не буду, подожду, когда праздники закончатся. Вот. Вот пришла мне вот такая туника. В этот раз я заказала больше 56 размера. Потому что как-то маломерки, ну не знаю. Вот. На лето у меня уже много чего. А вот в Мурманск поеду, буду дома ходить. Как-то я халаты не люблю. Вот такая штучка. На улице ветрище опять. Так что я на второй этаж. Вот такая вот. Ну, хорошая, очень мягенькая. Такая приятная к телу. Прям очень хорошая. Но как-то она... Это я так живот втягиваю, если... То... Ну, очень приятная. Все прям как надо. Шовчики все обшиты аккуратно. Вот видите, она такая вот интересная. Ну, как-то попробуйте ее погладить поперек. Так что Василек, это Василек. Вот такая кофточка. Фасон мне очень нравится. Я люблю такие вещи. Сзади она длиннее, спереди покороче. Но это какая-то синтетика. А у меня с синтетикой не очень отношения, скажем так, складываются. Придется одевать вниз что-то. Булочку какую-то, что-то такое. Вот, это тоже 56 размер. Вот. Получилось так, что я себе заказала 4 вещи. Остальное там Саша себе заказывала. Ну, сейчас у меня Анечка приедет. И позвонила, попросила, чтобы она приехала. На нее померяем. Потому что на меня не влезут. Ну вот, вот такая я, короче. Ну, остался еще летний костюмчик. Ну, это такой дачный костюмчик. На участке он летом. Единственное, что какой-то вырез вот маленький. Прям совсем. Вот. Ну, это 54 размер. Это такие, ткань такая под джинсу. Не, ну я-то, конечно, могу чего и побольше сделать его вырез. Ну, как-то так. Вот. Такое. И штанишки. Вот это. Такой тоже стиль Боха. Все неровное. Все такое. Вот. Так что, девочки, заказывайте себе. Не бойтесь. Заказывайте. Как говорит подруга моя, что
В нашем возрасте вещи должны нас украшать. Я считаю, что Василек очень даже подходит. И недорого, и удобно. Прислали, пошел, получил. Все. Ну, вот, короче говоря. Вот такая я вся. Ну вот, приехала моя модель. Вот такая вот юбка. Красная. Анечка, молнию покажи, где у тебя там молния? Вот сейчас я поближе подойду. Вот такая вот молния на боку. Ой-ой-ой. И кардиган. Но он такой с капюшоном, но без застежки. Вот, вот так вот. Да. Что, черный оценил? Хвостом мотает. Вот такая красота. Так, вот мы умеем. Так, ну вот, а тут у нас, скажем так, домашняя одежда. Так, там халатик, чистый хлопок и туничка там такая. Так, раздеваться будем совсем? Такая, как маечка. Такой приятный халатик на ощупь такой прям. Вот. Свободненький. Красота. Очень быстро я сняла, наверное. Поэтому вот еще раз хочу вам показать. Тут кружавчики пришиты. Там вот завязочка. И еще сверху поясок. Очень приятный. Ну, просто вот прям очень приятный халатик. Вот такой. Девчонки, нужно поддерживать производителя российского. Вот, маечка. Тоже хлопок. Приятное. Ну и юбка. Понятно, что это вещь молодежная. Ну и вот кардиган этот. Вот так вот у него. Никакой застежки нет. Карманы есть. Застежки никакой нет. Просто вот так вот. Просто вот так. И сзади капюшон. Вот, мои дорогие. Это уже я третью посылку заказываю на Васильке. Буду и дальше заказывать, а чё нет-то? Вот, накладная. Всё как надо.
Вот кардиган стоит 876 рублей. Костюмчик, который летний такой у меня со штанишками, 612 рублей. Туника меланж серый 649. Туника меланж синий 618. Топ 297. Халат светло-сиреневый 523 рубля. Юбка красная 744. Так что, мои дорогие, заказывайте. Кому что нравится, там выбор большущий, чего только нет. И носите с удовольствием. Все. Ну, пока-пока, мои хорошие. Всем удачи!